По этой причине, если вы хотите, если вам сегодня там нету еще 40, если вы хотите, чтобы в старости как бы не голодать, заводите как можно больше детей. Да вы чтобы что? Они вас... Нет, подождите, то есть счастливых европейцев, которые ходят по Москве и все фотографируют, мы больше не увидим, да? Завистью на них смотреть не будем. Ну, во-первых, кто ходит, во-вторых, выходят те, кто уже получает пенсии. А я имею в виду тех, которые будут получать через 3-5 лет, да, 8, да. А во-вторых, не так уж их много, это не 10 лет назад. Их стало сильно меньше. Жизненный уровень населения падает по всему миру. А начальники, конечно, пытаются сделать вид, что все хорошо, прекрасная маркиза, но, в общем, уже не очень убедительно. Особенно в Греции, в Италии, в Испании. Скоро и до Америки дело дойдет. Значит, а в других странах, что думаете, будет лучше? В Соединенных Штатах Америки уже несколько лет все говорят о том, что нет денег на то, чтобы выплачивать пенсии поколению бэби-бумеров, которые вот сейчас начинают выходить на пенсию. Нету денег, нету. Они все уже истрачены, все. Ну, то есть, они положены в пенсионные фонды купили на них какие-то активы, и сегодня эти активы продать нельзя, они ничего не стоят. Ну, и что с этим делать?